Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, какие же радости будут вас просто преследовать. Оформление документов, заключение договоров, сделок, контрактов. Забота и помощь какой-то женщины. Русая женщина. Оттенок волос от светлого до темного. Любой. Так, еще какие радости вас будут... Смотрите, все, из-за чего вы переживали последние месяцы, все решится. Все решится наилучшим для вас образом, и вы начнете действовать. Это может быть и поездка. Вот у кого-то документы оформятся на поездку при помощи какой-то женщины. То есть еще, смотрите, то, что у вас не получалось. Были какие-то двери закрыты. Может быть, на работу не могли устроиться, не знаю, бизнес продвинуть, да. Может быть, не видели выхода из какой-то ситуации. Вот сейчас все решится, и радости прямо будут вас преследовать. Да, вот решатся важные вопросы. У кого-то даже и решится юридический или судебный вопрос. У кого-то вопрос поездка с документами. Причем при помощи вот этой женщины. У кого-то начало бизнеса или нового направления, начало нового дела, начало новой работы. То есть прям вот все вопросы сейчас решатся. Какой период, девочки? Ну, я думаю, что по-разному, но не быстро. Где-то в пределах месяца. Ну, две недели, месяц, вот карты говорят. Еще, экономьте денежки. Они вам понадобятся. Пока еще не время денежки тратить, хотя сейчас все будет решаться. И денежки вам тоже пойдут. Потому что вот прям решение всех вопросов здесь выходит. Так что радости в ближайшие две недели, месяц реально будут вас преследовать, реально в этот период решатся все ваши вопросы, и пойдет прибыль, деньги. Так, у кого-то, кстати, может вопрос решиться и в личной жизни, но в личной жизни сейчас касаться не буду, потому что вижу немножко другую ситуацию. А для детального рассмотрения конкретно вашей ситуации пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram. По этому номеру, а внизу еще подарок для всех незамужних девушек и женщин.